Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабон Геймс. Листал я тут, листал хоккейные новости и случайно наткнулся, друзья, на один рекорд от Евгения Малкина. В чем заключается этот рекорд, который занесли даже в книгу рекордов Гиннесса? Ну и давайте, если вам понравится эта рубрика, то 2000 лайков и я приступаю к съемкам следующего видоса. Малкин собрал большое количество спортшкольников на одной хоккейной площадке и с помощью них сделал комбинацию, которая состояла из 100 передач, а после этого сам Женя забил победную шайбу. Ну, естественно, все это происходило без атаки соперников, Малкин забивал шайбу в пустые ворота, и вот так это выглядело. Я задумался, друзья, это же не такой сложный рекорд, мы бы могли с ребятами с Царицына спокойно собраться и повторить его. Для этого было бы достаточно 4 или 5 человек. Но мы по легкому пути не пойдем. И на хоккейном корте мы этого делать не будем. А попробую я это сделать в NHL 19, потому что здесь... Я уверен, будет сделать это намного сложнее, особенно учитывая то, что я собираюсь это сделать во время самого матча. Ну, Малкин у нас играет в сборной России, пускай мы будем за сборную России, а против нас будут друзья из Великобритании. Я хочу не очень сильную команду в соперниках для того, чтобы... Они мне не постоянно мешали, и тут и так всегда сложно отдавать точную передачу в этой игре. А если еще и соперник будет очень сильно мешаться, то боюсь, что 100 пасов подряд я сделать не смогу. А самое главное, после этого мне еще и нужно гол забить. Вряд ли у меня получится сделать это именно Малкиным, но попробуем забить именно гол после 100 точных передач. Ну и естественно, ни на какой суперзвезде мы этого делать не будем. Понятно, что нам необходимо поставить самый низкий уровень сложности, для того, чтобы мы здесь, друзья, себя чувствовали более-менее нормально, и у нас могло это получиться там... хоть когда-нибудь получится. Ну что ж, это очень интересный эксперимент, очень интересный рекорд. И, кстати, сам Малкин первую передачу отдает, так что это важно. 2 паса мы уже точных сделали. Давайте посмотрим, сколько я их смогу сделать. Но мне их надо много сделать. 3, 4... 5. В любом случае, мы не будем это делать в зоне соперника, потому что там офсайд потом может сработать, и у нас... Вряд ли получится. Скорее всего, будем это делать все в средней зоне. 6. Так, аккуратно. Нельзя ни в коем случае ошибаться. 7. Хорошо, я вошел. Нет остановки. И теперь надо выйти. Так как я понимаю, что там я все эти передачи точно не сделаю. 8. 9. 10. Так, Григоренко тут сели на хвост. 11. Ой-ой-ой, вот она не точная. Ай, блин. Поторопился немного. Ладно, новую серию придется начинать. 1. Овечкин, мы тут забивать не будем. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Слушайте, а может быть мы это и в чужой зоне сделаем? 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Слушайте, надо еще, чтобы периода хватило. Вот этого я не подумал. 29, 30, 31, 32. Значит, надо быстрее передачи делать. 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, треугольники работают, 44 на другой край перевели, 45, 46, так, здесь надо глубже уходить, 47, ух ты, чуть не ошибся, 48, 49, давайте 50-ю, 50, 51, 52, 53 прошла сюда, на Овечкина, 54, 55, 56, 57,
58. Как же хочется бросить, но у меня нет на это возможности. 59. 60. Мало времени остается. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ох, времени может не хватить. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Времени не хватит. 85, 86, 87, 88, 89. Ух ты, чуть не ошибся. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Поджали, поджали нас британцы. 96, 97, да, 98, 99. И бросок не забил я, и мне не хватило, друзья, времени. Я и 100 передач не сделал, вы представляете? Вот это жесть, придется второй период начинать. Очень сейчас интересно будет на процент владения посмотреть шайбы. Он какой-то будет же. Да, один бросок всего, и это был на 99-м пасе. Так, есть процент владения 99,1. Пас точный у россиян, и британцев 100, у британцев лучше пасы в этой игре, а сколько владели шайбой, только время есть в атаке, и все. Ну да ладно. А сегодня я хочу вам рассказать о программе лояльности от Overbetting, которая дает возможность получать деньги за вашу активность. Вы просто читаете статьи, комментируете, лайкаете и участвуете в конкурсах. За все эти действия и ряд других вам начисляются баллы, которые в дальнейшем можно обменять на рубли. Подробнее о программе лояльности от Overbetting вы можете узнать по ссылочке в описании. Что ж, мы поняли, задача выполнимая, надо только успеть по времени. Малкин, ну начинай, Женя. Есть первый пас, второй. Войдем в зону, а там дальше будем делать все быстро. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, это действительно сборная России, да? Они тоже так слишком много, когда катают мяч, шайбу, точнее, 19, 20. Британцы один угол уже мне перекрывают. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, как куда я не хотел, 32 прошла через борт, 33, фух, это было опасно, 34, спокойно, 35, да, другая сборная меня сожрала бы, скорее всего, 36, 37, тут тихо, чуть потери не было, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, чуть не прихватили, 50, меняемся флангами. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Орлов спокойно, 77, 78 от борта, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Ой-ой-ой, ошибся, но я... Это как запас будет считаться. 88, 89. Мне в любом случае потом придется уходить назад, но давайте здесь достоим. Блин, шайба все-таки вышла из зоны. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ну-ка, давайте сюда выйдем, ребята. 98, 99, 100. Есть, и надо забить сейчас. Давайте, Малкин ушел уже с площадки, походу. Да, сейчас надо забить, 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 забить. Гол! Да, мы это сделали! Да, друзья! Более 100 передач, мы побили рекорд Малкина, 101, по-моему, если точно говорить, мы побили рекорд Малкина, и это было не так уж и просто, это было очень интересно, во-первых, а во-вторых, это было не так уж и просто, 3 попытки нам понадобилось на то, чтобы шайбу контролировать, и то один раз она от нас ушла, но британцы ее не коснулись, поэтому комбинация продолжилась, а у сборной России, в любом случае, у меня это получилось сделать, пишите в комментариях, проводите
проводили ли вы подобные эксперименты и сколько вы смогли этих самых передач без остановки делать во время одного матча. Также, друзья, пишите обязательно свои идеи для новых рекордов, которые мы сможем в НХЛ 19 повторять или будем повторять на реальной площадке хоккейной. Поэтому это такая новая рубрика, скажем так, у нас. И я надеюсь, она вас зацепила и вы будете ставить большое количество лайков. А вы не забывайте писать о рекордах, которые были в хоккее и которые можно повторить в реальной игре или в НХЛ 19. Также подпишитесь на мой инстаграм и паблик ВКонтакте, ссылки есть в описании под этим роликом. Спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока!